Итак, мы сегодня начинаем наш репортаж о том, как мы едем. Мы едем просто и непринужденно. Так красиво солнышко бликует на моем лице. Я даже и не ожидал. А вообще, если честно сказать, вот здесь висит камера, но она измеряет среднее расстояние, то есть начинает отсюда замерять и оттуда до того места, где за перекрестком. Вот мне интересно, человек в большинстве своем, он же едет за перекресток, и, скорее всего, он остановится на этой перекрестке, потому что, скорее всего, он попадет на красный, как я сейчас попал на красный, да, и стою, он затормозит. И средняя скорость, она все равно будет намного меньше, нежели эти камеры стояли бы на, например, не знаю, например, на том месте, где нету перекрестка. И поэтому это вроде как упреждающий такой момент для того, чтобы просто люди не нарушали. Вот, интересно. Кстати, цена сегодня 2 марта. Сегодня 2 марта 2023 года. И цена 37,90 на 95-й бензин. И вчера было 1 марта. И, кстати, цена была точно такая же. Не знаю, мне вот один мне товарищ говорил, что по вторникам там скидки. А вчера, между прочим, был вторник. Ну и что-то вот не увидел я скидок по вторникам. Интересно, может быть, до этого раньше были, но сейчас этого нету. Вот, сейчас передо мной будет перестраиваться фура, но я думаю, она сейчас уйдет налево, потому что зачем ей перестраиваться во вторую полосу, когда она ехала в крайней правой. Так. И надеюсь, он успеет завернуть в этот кармашек до того, как мы доедем до светофора, иначе он сделает огромную пробку. Вот да, конечно. Он поехал в левый кармашек. Давай. Да, он успел свой кармашек. Мне дать резину везут. Резину для этих самых грузовичков. Так, зеленый у нас, зеленый. Мы проезжаем на зеленый. Ой, перед нами едет легковушка, а по правой стороне у нас какие-то два зеленых чемодана, назовем их так. Кстати, довольно-таки быстро я сегодня проехал этот участок дороги, и я бы сказал, что не напряженно, потому что обычно едешь и напряженно. И сейчас, в принципе, можно перестроиться, чтобы потом не париться. Вот. Перестроимся мы в какую-то, ну, это не крайне правая, это у нас где-то... Короче, почти крайняя правая, вот так, раз, два, три, четыре, в третью полосу перестроимся. Крайняя правая у нас уходит направо, и вот этот вот чемодан зеленый, так, телефон стоять. Зеленый чемодан у нас уходит направо, а мы продолжаем движение прямо, что не может нас не радовать, потому что мы фактически не стояли на светофорах, а практически уже доехали до дому. Вот. Передо мной интересный вон шпиль видится. Интересный шпиль. Так, сейчас мы перестроились в крайнюю правую, потому что нам надо будет уходить направо сейчас. Сейчас будем уходить край направо. Да. Так. Ничего, никого не пропускаем. У нас зеленые, у них все красные. Супер. Ну, собственно, так мы едем. На горе снег лежит, кстати, интересно. Полицайки проехали на газельке. Что они там на газельке возят на этой, на своей? Как газелька, это Мерседес, это по-нашему газелька. Но по сути это Мерседес. В форме газельки, как мы привыкли говорить. Вот, мы поехали в гору, наш телефон просто отказывается снимать прямо. Блокировать надо. Так, ждем. Кстати, пар идет, не знаю, видно, нет на камеру, но идет пар. Все, заехали. Наши ворота открыты. Ну, кстати, интересная картинка получается. Правда, у меня голова внизу, а вверху через окно видно часть видно небо. Так, здесь понаставили машин, а у них-то нету шин. Ой, как светит, слепит солнце золотое. Сейчас где-то 8:20 утра, а если быть точнее, 8:19. Вот у нас такое яркое солнышко с утра. Тык-тык-тык-тык-тык, ищем наше парковочное место, за которое мы платим. 1500 крон платим за парковочное место, представляешь?
посмотреть наш пробег за цене. Переключим камеру, сколько она снимет, нет? Так, на 2 марта у нас вот 8:20 уже стало, и 263 тысячи мы пробежали. Такая вот наша тойоточка.